Известный тверской волонтер Юлия Саранова примет участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». В этот понедельник тверичанка подала все соответствующие документы. Подробности в нашем следующем материале. Все необходимые документы поданы, печати и подписи поставлены. Теперь Юлия Саранова – официальный участник предстоящих праймериз. Идя в Государственную Думу по федеральному избирательному округу на территории Тверской области и 179-му избирательному округу, девушка ставит перед собой четкие цели. Сейчас такая ситуация, да, в стране, когда мы, там, представители некоммерческих организаций, волонтеров, имеем возможность представить свои интересы, в том числе в органах власти, и помочь выстроить свою работу системно. Все эти вопросы Юлия намерена решать в случае одобрения своей кандидатуры избирателями. Сначала на предварительном голосовании, а затем и непосредственно на осенних выборах в Госдуму. Коллеги по добровольчеству полностью поддерживают это смелое решение Юлии. Юля, вот она успевает заниматься как-то вот понемножечку всем и помогать всем. Это очень здорово. Мне кажется, что такой человек в Госдуме сможет помочь решить очень много вопросов. Напомним, что праймериз партии «Единая Россия» пройдут в период с 24 мая по 30 июня текущего года в электронном формате. Для тех, кто предпочитает привычный способ голосования, 30 мая с 8 утра и до 8 вечера будут открыты избирательные участки в очном формате.